Воронеж, Удоурья, Грузия, Анатолий. Полет на параплане. В общем, вы готовы? Как у тебя впечатление? Настроение. Настроение отличное. Настроение. Назад вперед, я помню. Назад вперед. Ноги вперед, немножко вперед, так удобнее будет не упасть тебе. Да, удобно стать. Корпусом только. Комфортно станешь, чтобы не перебирать маму. Комфортно стало? Комфортно стоишь? Удобно стоишь? Да. Посмотрела, да? Хорошо, да. Поехали. Ты как? Нормально? Я нормально. Садись, пожалуйста. Просто сядь. Ножки подожми. Правую делаешь, что ли? Ко мне наклонись немножко. Хорошо. Камеру как тебе удобно держи. Я тебе покажу пару ракурсов. Смотри. Отсюда можно смотреть. Отсюда можно смотреть. То же самое с левой стороны. Воронеж, я не знаю. Воронеж. Внимание. А-а-а. Отлично. Я девушка, я буду. Хорошо. Как вам Грузия? Потрясающе. Солнечно. Вы еще попали в не такие. Неделя вот такая стоит. Потом... Мы же до Батуми доехали, поэтому мы не все дни можем. Доехали или не доехали? Доехали, доехали. Мы в Тбилиси как были, потом... Море отличное. Да. Ну, ребенка бы я не опустила. Вот. Я уже спросила вашу супругу. Не, мы купаемся. Наверное. Мы тоже купаемся, но у вас, видимо, дети вообще прям супер закаленные. Они здесь купаются, здесь вода такая. Не бывает теплая. Даже лето. Боксом. Боксом? Да. Я чувствую, что ты спортивный. Или я уже походу. Профессионально? Парень тоже, да. Но я в сборной страны, и он по профессионалу боксирует. Я просто знаю, плачу. А! Мы просто приехали отдохнуть между... Руки у тебя от девушки. Слава Богу. Слава Богу. А в сборной страны, а он? А он по профессионалу боксирует. Но он тоже уже ушел из сборной. Сейчас только по профику боксирует. А вообще вот так ущелье спускаются, нет? Спускаемся, когда вообще нет вечером. Когда в ущелье спускаемся и аж садимся вон там. Я рада, что погода хорошая. Погода хорошая. Курлянцы боишься? Кого? Реки подачат курлянцы. Не, я не боюсь. А вы там? У нас в Китае тоже с тобой. Там озеро. Только не к озеру самому, а в пустой. Оборудовано.
много чего читала, да. Это тоже боксер. Они вроде хорошие, дружелюбные, но все равно специфичные. Да? У нас тоже так все. Здесь тоже проходит? Здесь нет. Надеюсь, проведем когда-нибудь. Стреляем. Проходит подобное, возможно, облетаем это. А зимой тоже летаете? Да. Вот посмотри налево. Где-то слева там большая гора. Да. Одна очень большая, другая немножко поменьше. Ага. Дальше Куделя. Вот туда мы летаем. Начинаем двигаться вниз постепенно. Почему? Потому что зимой у нас нет восходящих вот этих линий, на которых сейчас мы работаем. Чувствуем восходящие. Так как земля покрыта снегом, ну и соответственно снег отражает тепло. Здесь безумно красивые горы. Здесь очень красивое место. Правда, классное место. Если ты приехала 3 недели назад, не уже месяц, ты уже в Пакистан, на соревнования, да, уже месяц. Ты бы увидела все зелено, здесь было бы. Все абсолютно зелено. Я даже не знала, что это вообще реально. Это реально, вот таким образом. Набираешь высоту, погнал дальше. Все в наших головах. Сколько вы этим занимаетесь?